как-то я... сидел дома, и мне, в общем-то, звонили, там, значит, разговор был такого плана, что... Здравствуйте, это вот вам звонят из мэрии города Москвы. В общем-то, мы знаем, что у вас есть песня на стихе поэта Есенина. Я говорю, ну, есть. Ну, в таком случае вам не составит труда спеть и сочинить песню на стихе Александра Сергеевича Пушкина. Я сказал, ну, наверное, может быть, да? Потому что тут у нас грандиозное мероприятие по поводу то ли смерти, то ли рождения Александра Сергеевича, да, в общем-то. Там 300, 100, 200 лет, я уже, мне там из памяти вышло. Какая-то дама с таким грудным голосом, что так, ну, видно, привыкла, что ей никто никогда не отказывает, в общем-то. Ну, я уже покопался во всех сборниках и ничего не нашел лучшего, чем, в общем, короче, выбрать из его сборника так называемые бессарабские баллады. У него есть, видимо, там где-то путешествовал, в общем. Там есть такая песенка, называется «Черный шаль». Нехватанную душу терзает печаль. Когда легковен и молод я был, плотую плечаку я страстно любил. Прелестное тело ласкало меня, но смотри, я должен для черного дня. Однажды я созвал веселых гостей, ко мне постучался презренный еврей. С тобою пирую, шепнула друзья, изменила речанка твоя. Готов ему взрываться и проклял его, и верного позвал раба своего. Мы вышли, я мчался на быстром коне, и гордая шалость молчала во мне. Едва я завидел речанки порог, глаза потемнели, я песню с него. Верную деву вокзал Армин. Без видел я след, так кулак загремел. Прервать поцелуя злодей не успел. Без главы я терял, а я долго торцал и молча на деву бледнее взирал. Я помню моленья, текущую кровь. Погибла рычага, погибла любовь. Черную шаль, потер я безмолвно кровавую сталь. Мой раб, как настала вечерняя мгла, в дунайские волны ты бросил тела. С тех пор я целую прелестных ночей, с тех пор я не знаю веселых ночей. Гляжу, как безумный, на черную шаль, прихватываю душу, терзает печаль. С тех пор я целую прелестных ночей, с тех пор я не знаю веселых ночей. Гляжу, как безумный, на черную шаль, прихватываю душу, терзает.